Я показывал эту семью. Ставили на ставку. Поставили вторую. 27 мая. Погода наладилась. Будем ставить третью. Ну, разберем, посмотрим. Ну, здесь давно залит. Мы новый ставили в разрез. Тут все залито. Также залито. Все залито. Посмотрим расплод. Маточка поработала. Дымка даем согнать пчелу с рамок. Здесь также расплод. Маточка работает в своем репертуаре. Здесь также. Также расплод. Здесь также. Ту рамку мы забрали на его. Красиво, да? Вот красивая трутневая рамка. Это уже новая. Маточка поработала над драгоценным трутнем. Добавляем сразу два корпуса, чтобы 4 было. Ставим под низ пустой. Я ставлю по 9 рамок. Даем работу. Второй пустой. Ставим третий, заполненный. Нектар блестит. И ставим четвертый, тоже заполненный. Тоже нектар. 27 мая. Две полные наставки, две дали. Наблюдаем дальше. Интересный год. Апрель, май холодный. Но пчела как-то чудом развивалась. Это бакваст. Позволяло нам сегодня поработать. Ставили наставки. Немножко не успевали. Но очень бурно стали заливать.